Пожарные борются с огнем на трассе в штате Теннесси. В пятницу здесь взорвался бензовоз. Водитель погиб. Полиция предполагает, что автомобиль врезался в колонну, поддерживающую развязку с шоссе, ведущим в город Франклин. Бензовоз был полон неэтилированного топлива. По данным полиции, в результате взрыва автомобиль разорвало на две части. Другие машины не пострадали. Представители транспортного ведомства штата Теннесси сообщают, что отрезок трассы, а также развязка временно закрыты. Чиновники должны убедиться в том, что проезд безопасен.